Друзья, приветствую. Мы снова с вами. Вот, а вы с нами. Сегодня тема следующая. И печально, ежовик не работает. Марина! Марина! Что? Что случилось? Но сначала немножко юмора в ленту. Значит, анекдот. Старый советский про Вовочку. Школа. Звонок на урок. Заходит учительница в класс. Видит на доске написано «Маша». Ну, естественно, она понимает, кто это. Вот, кричит: «Вовочка, встань!» Вовочка встает, он говорит: «Значит так, три раза скажи Маше не и извинись». Ну, Вовочка встает посреди класса, говорит: «Маша не Маша не Маша не ну, извините». Так вот, при чем здесь ежовик? Вот, когда говорят, ежовик не работает, это всегда вызывает уйму недопониманий со стороны тех, кто принимает, ну, чувствует его пользу. А все почему? А потому что ежовик, он работает не сразу. Кто производитель, это тоже очень важно. И третье, это мы привыкли ждать от вот что-то типа, когда мы покупаем протеин, мы ждем, что все, процесс пошел, мышцы качаются, бицуха растет. Здесь также, то есть купил ежовик, все, процесс пошел, я стал умнеть. Слово вот это вот умнеть, это прям вот у меня была история, могу рассказать тоже веселая. Товарищ купил для всей семьи ежовик. Много прям ежовик, вот. Начал принимать, через месяц звонит, говорит: вот так и так принимаю, все по вашей бразильской системе не работает. Начинаешь разбираться, какова была цель. И в итоге товарищ секунд несколько думал и засмеялся, говорит: поумнеть. Вот, поэтому, друзья, если вы покупаете любой ноотроп, абсолютно любой ноотроп, и начинаете его принимать без оснований, просто так, для того, чтобы помнить, ребята, это так не работает. То есть, если я докачаю себя стероидами и буду ждать, что у меня что-то там вырастет, ну, глупая идея, и здесь аналогично то же самое. Поэтому чекайте, что настроение, высыпаемость, качество сна, там, фокусировка на каких-то вещах и так далее. Все это вам поможет увидеть, как раз грипп ежовик нам помогает продвигаться, совершенствоваться, делать нашу жизнь более ресурсной и повышать качество жизни. Я надеюсь, что наше видео было полезным. Встретимся в следующем видео. Ставим палец вверх там. Вот, и там жмем на колокольчик, если еще не подписались. Чао!